Самая актуальная тема сегодня – это уборка снега и наледи из дорог внутри квартальных проездов и пешеходных зон. В зале главы и представители министерств и ведомств, на видеосвязи руководители городов и районов. Главная тема – устранение последствий снегопада. В народный контроль продолжают поступать жалобы жителей на уборку снега. С начала года больше 6500 обращений, вдвое больше, чем годом ранее. 3500 уведомлений от казанцев, почти 300 из Нижнекамска, 234 из Зеленодольска. И самое главное, из всех уведомлений по данной проблеме исполнение составляет 37%. Много нерешенных вопросов. Казань 2484, Челны 743, Нижнекам 198, Высокогора 131, Зеленодольск 128, Бульма. Рустам Миниханов подчеркнул, несмотря на погодно-климатические условия, очищать нужно и дворы, и пешеходные зоны, и внутриквартальные проезды, а еще крыши зданий и сооружений. Из-за потепления уже были случаи схода снега и наледи. В Казани было отмечено падение снега с крыш по улице Ботанической. Слава как бы Всевышнему, что никто не пострадал. По улице Кулагина снег обрушился на автомобиль. Внутри автомобиля был водитель. Он получил травмы. Ну и мы понимаем, что снег не убрали. А если будет потепление, значит, это угроза разрушения зданий и сооружений. Отдельно РАИС Республики остановился на ситуации в селах. Внимание к ним меньше, хотя снега еще больше. Обращаюсь ко всем руководителям муниципалитетов, городов, районов Республики. Это мы говорим про крупные, ведь еще население, люди живут там вообще. Ну и они не пишут, конечно, потому что знают, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Но тем не менее, там тоже наши люди живут. В каждом населенном пункте Рустам Миниханов поручил обеспечить условия для завоза продуктов, транспортную доступность, своевременный вывоз мусора. Все минимальное должно быть обеспечено. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Казань.